Канаде полицейские застрелили водителя машины, сбившего двух военных. Это произошло в провинции Квебек. На парковке торгового центра мужчина наехал на служащих и попытался скрыться. Но злоумышленник не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Во время стычки с правоохранителями, которая последовала позже, мужчина был убит. Как стало известно, 25-летний погибший находился под контролем службы безопасности. Следователи полагают, что он придерживался радикальных взглядов. А тем временем оба пострадавших военнослужащих с различными травмами доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Трагедия привлекла внимание властей страны. Парламентарии просят премьер-министра Канады проконтролировать расследование. Мы пристально следим за ситуацией. Правительство мобилизует все возможные ресурсы для тщательного расследования этого дела. Родных пострадавших просим набраться терпения.